Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня мы идем в железнодорожный музей посмотреть. Пойдемте вместе с нами, будет очень интересно. Пойдем. Пришли мы в музей. Касса закрыта. Где-то там кассир непонятно где находится, в каком-то домике. Пришли в этот домик, чтобы оплатить. Закрыто. Мы зашли, прошли через пост охраны. Нас никто не остановил. Ну ладно, мы прошли. Я надеюсь, ворота потом не закроют. Слушай, тут такое все как будто знакомое прям. Смотри, рельсы какие. А, это года еще. В 85-м, 1885-м, какая была, как они меняются, 86-й, 94-й, 49-й, ну, особо не поменялось, кстати. А 2000-х уже нету, вернее, еще нету. Старые когда-то были такие, белый и голубой, это расцветка, а там смотри, какие-то лампы висят, все такое старенькое, красивое. Белый с голубым сочетание. Кажется, как будто СССР мне вот напоминает. Советские времена. Такой массивный, большой. Лесенка даже туда есть. Та, видать, электричка, наверное. А в них заходить нельзя, наверное, да? Они закрыты. Ну, смотри, вагон с игрушками, он подойдет туда. Вагон с игрушками, ничего себе. Какие колеса, какие они массивные, большие. Это современный? 35 по 41? Вот это вообще смотри какой он, вообще старый. Ну, такие это, даже кстати, какой? Не, ну он посмотри на вид такой, он это какой-то как бат, как бот, не батон даже, как хлеб такой, такой как его, кирпичик хлеба, какого он года? 64 по 72. Ну, 1900 или 800? Ты видишь, а 1964. Ну да, в принципе, не такой старый, но он такой это, объемный, такой другой он совсем, коричневый такой.
Мне, знаешь, вспоминаются жвачки коричневые. Шоколадом, я помню, были шоколадные жвачки. Это вот как раз сейчас примерно такие. А здесь танк. Кого? Там деревянный, вон, смотри, вагон. Вот я, кстати, фильм старый смотрела, там это в вагоне деревянное все. Внутри вагона. И там были купе не четырехместные, а двухместные. Там человек. Человек? Может, там контрабандист какой-нибудь спрятался? Закрыто, видишь, чтобы мне нет, не залазили. Построен в 1150 году. Колеса какие массивные, большие. Был предназначен для быстрой переброски войск. Смотри, там что у них. Кухня какая-то. Там кухня или спальня, они, наверное, спят, наверное, там. Спали, вернее. Ну что ты, я сейчас тебе на ноги наступлю. Тут еще вон. Да, начали со старых. Закончились современные. Ну, такие я тоже помню. А вот прям тот коричневый меня поразил. Ты дорожку бы вот так всю сфоткал. Меня придавить надо было обязательно. Фонарь у него там такой, смотри, прям прожектор. Ну я помню такие. Они еще время их докрашивают. Ну он другой. Смотри, у него колеса более спрятанные, чем у других. А вот такие там шторки. Да, вот такой, по-моему, я, кстати, что-то видела, наверное, в каком-то фильме. Еще ходят? Со звездочкой, с такой, у него такие глазки ароматные, хотел сказать. По 77-й. Грузовой электровоз серии ВЛ-10. А, вон, ВЛ-10. А, у них еще различаются они, интересно как. Старый. А, вот у них раньше вот такие-то вот были внизу. А у тех поменьше немножко, у этого побольше. В случае, если что-то стоит на рельсах, чтобы это сдвинуть. Да? И окна, смотри, у него окна более обширные, полукруглые. Видишь? У того вот как-то прямо они, а у этого и с той стороны он может видеть немножко и с той. А тут прямо уже. Колеса тоже спрятанные. Маленькие окошечки. Ну, такие, не знаю, тоже, наверное. 1364 год. Ты помнишь такие, да, Жень? В каком году ты родился? Ну, они еще долго. Ты в 1200-м. Да-да, точно, я забыла. Сколько, говоришь, тебе 900 лет? 1000 лет тебе скоро будет. Слушай, ты такой старенький, а выглядишь так молодо. Зря я не спросила возраст, когда мы с тобой познакомились. СССР. Ой, это такой желтенький. Значок у него, смотри, такой. Тут какой, у всех звездочка, а тут вот другое что-то. Сфоткаем. У него что-то, слушай, у него какие-то окна другие. У него стекла какие-то странные. Их выбили, наверное, уже давно.
Вон дети там побежали. Он такой, смотри, все черные, а у него тут такое беленькое все. На замках все. Интересно внутри посмотреть. С этой стороны у нас товарняк стоит. Нет, ты меня одну не оставляй. Мы потом вернемся по той стороне, наверное, Жень. Там шкаф стоит какой-то. Вот деревянный был. Не представляю, как на рельсах деревянный мог так не развалиться-то. Она ж трясется, едет. Тут, видите, вот болтами все закреплено. Сейчас поближе подойдем. А, ну вот по железным штучкам, что ли. Непонятно. Разбалтывалась, наверное, я думаю. 1907 год. Тут вот зелененькие, вот нежные такие тона. Пойдем, да. Так, вот это у нас какой? Где? Зачем в музее собаку держать? А там будка есть. Какой год у нас? Тут у нас год 1976. Ты пошел собаку проверять? А там лежит, по-моему, кто-то. Надо было ей наггинс взять. Чтоб охраняла, чтоб сюда не залезла, не утащили. Ой, грузовой какой-то. Ты решил на себе собаку испытать? Тут грузовой. А, это просто дерево внутри. Смотри, какой маленький. Ай, голубенький какой, ёлки. Обожаю голубой цвет. Какой он классный. Такой нежно-голубой. О, по-моему, собаку я услышала. Почти нет, но бывает. А где она? Ну там запуска. А ты ее видел, что ли? Да. Что там, овчарка, что ли? Да, не знаю, какая это собака. Так, а он уже, наверное, охранник пошел за нами. Так, а там где-то на это есть, по-моему, проход был, что ли? А, он дальше где-то с игрушками-то? Пойдем обратно. Или можно с той стороны пойти? Да не, мы нам там сейчас. Нет, а там вот, там же тоже проход, по-моему. Нет, ну там лучше надо пойти. Нет, там другие же. Ну, давай сфоткай. Фоткай. О, Господи. А, вон она. Пойдем, ладно, заплатим, а то сейчас. Какие массивные, большие колеса. Это вообще нечто. Тут, конечно, снег. Но, к сожалению, летом мы на пляже все лето, поэтому не ругайтесь, если я шлепнусь.
Или иду как-то не так. Какая тропинка. Ой, 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 блин. А тут игрушки. Почему он с игрушками, интересно? Батарейка? Ну, не переживай, мы возьмешь, если что. Хотя у меня тоже там. Пионер Башкортостан. Что тебе надо? Ну, пройти, где надо. Ну, прыгай! Сугроб. Ну, пролез. Тут кто, пумба, что ли? Долматинец. Что ты думаешь? А, вон там побольше игрушек. Ну там тропинки нет. Там нет тропинки. А ты что-то тут-то я не пойму. Надо мной. Ну, все, ну иди тогда туда. Ага. А ты будешь смотреть, как я буду падать сейчас. А ты что, не пойдешь? А тут была тропинка. Тут была тропинка. Там игрушки. А я их люблю, старые игрушки. Интересно, тут блогер был или нет? Ты не уходи далеко, а то вдруг я утону здесь. Далеко не буду идти. Опа. Ти-ти-ти-ти. Вот они, игрушки. Вдруг кто-нибудь увидит свою любимую игрушечку. Там уже не видно, там, по-моему, нету. Сидят бедные, одинокие. Жалко так. Никто в них не играет. Хорошо, они хоть в тепле сидят. Женька полез куда-то. Ты куда полез-то? А тут я с камерой. А? Ну, начинается. Ну вот. Как красиво здесь. Хорошо сегодня хоть солнечно. А, по той тропинке пошли, Жень. А по той? Кто-то там опять идет. Кстати, шел на нас охранник. Только спросил, говорит, вы не промокли? А мы так, нет. А мы уж думали, сейчас скажут, бюретики. Ну нет. Мы готовы, в принципе, оплатить. А, это вот это вот продолжение. Тут там труба какая-то странная. Из нее на большой напор воды, наверное, шел. Там мылись, наверное. Кто-то. Поезда, наверное, поезда, наверное, да, моют. Мыли. Я надеюсь. А вон они. А здесь чего, Жень? Они тоже такие же. Как мы. Да, хорошо, что сегодня солнечно. Вчера, потому что был сильный снег. Снегопад был сильный. Было неприятно. Все это летело в лицо. Вся мокрая. В принципе, кто нас смотрит каждый день, видео. Да, кстати, адрес Литвинова 332А. Вот. Для тех, кто из Самары, можете сюда прийти посмотреть. А, билет вообще стоит 90 рублей, но что-то пока с нас никто ничего не взял. Что-то мы так спокойно прошли. Не знаю. Ворота были открыты, мы зашли. Охранник с нас ничего не взял. Может, выходные бесплатные. Все такое советское здесь, старое, такая, знаете, атмосфера
для меня такая спокойная, какая-то солнечная еще, так тепло, голубое небо, весна. Мне так приятно находиться здесь. Такое все совсем не современное. Солнышко так прогревает. Женька идет летящей походкой. Или по дорожке пойдем сейчас. Здесь надо песенку поставить. Летящей походкой. Ты вышла. Откуда там вышло солнышко? Тра-та-та-та-та. Там тут два вагона, по-моему. Ну посмотрим, давай. Давай. Че же пришли, а ты смотри. Слушай, так солнышко здесь прогревает. Ты что там делал? А тут выгорела, что ли, она? Картинка. Тут два вагона. Интересно, вагоны найти в этом деревянной внутри. Это я не помню, какой же это был фильм. Какой-то кусок, по-моему, фильма я смотрела. Там так классно было купе сделано. Там же вагон современный. Современный? Пойдем вон туда. А? Ну давай. О, смотри, куда залазят. И садятся. Классная фотка, кстати, получится. Так же? Ты тоже хочешь? Давай, лезь. Ну пошли, пройдемся. А потом на обратном пути эти. Вот. Позы хочешь посмотреть? Везде лесенки есть, а ты только заметил. А тут. Слушай, а тут даже дорожка, смотри, есть. А, вот она, дверь. А кажется, как будто да. Лопата. Ну там даже. А, там даже внутри ничего нету. О, слушай, классно там как. Ну это просто чисто вот посмотреть. О, с высока, слушай, классно. Колеса большие. Хочешь сказать, разные? О, уже тут залезли. Все, видишь, он лазит там. Мы с тобой два отдельных человека. Ну, конечно, на танк залезть. Может, на обратном пути я залезть. Ну, теперь не поверишь. Ну, хочется внутрь вагона. Смотри, какая дверца узенькая. Смотри, какая она узенькая. Раньше были все худые. А тут вообще ручеек, смотри. Жень, ручеек, смотри, вообще. Тут деревянный он. Как они деревянные держали. Вот тут, наверное, вот, кстати, хорошо держались, наверное, железными штучками. А тут, кстати, вот на окнах нет решеток, а вот здесь есть решетки на окнах.
Летом, наверное, здесь красиво. Травка где-нибудь тут под ними. Хотя нет, там камни. Хотя, может, и травка. Тоже смотри, какой узенький проход. Хотя нет, там уже гораздо. Фотография прям даже. Как в книжках, в учебниках. Тут уже. Видишь, какие, смотри, замки были. Замок какой. А вот это тоже электричка? Да, там фотографии какие-то висят. А, это, наверное, может быть, пускают, если когда много людей. По одному человеку тут что водить? Сейчас там, да, там все, что типа музея. Сейчас, наверное, зайдет. Ну нет, конечно. Там музей. Тут вон, смотри, можно ступить и посмотреть, что там лежит. Там даже лампы остались. Я думала, они вообще пустые внутри. А, это электрички. Ступеньки он какие. В 41-м году такие электрички ходили. В 41-м, офигеть. Ну вот они больно-то и не изменились. Особо. Цистерны. Хорошо идти по асфальту. А здесь что-то вагон сперли, наверное. А это вроде более на современный похож. Металлический. Ну вот я и говорю. А здесь даже поручни нету, смотри. Они внутри, что ли, видимо? Какой здесь год, Жень? 1984. А, с 62-го. Вот ты должен, да, помнить. У меня-то еще тогда не было. Тут вообще на цепь закрыли дверь. Фоткал. Снег тает с них. Да что ты? Стоит фотограф. Фотограф. Вот все да? Там, смотри, деревянное, что ли? Смотри, по одному смотри. Колесу что-то. А, слушай, да, у всех-то вон, смотри. Подвалом, да. А здесь как год. Это... Какой ну, год-то? 1908, это вообще старинный. Офигеть. А, деревянный-то, точно. Ну да, тогда, в принципе, хватало. Чем много тут колес? Экономили. 1908, офигеть. Совсем деревянный. Как он держится-то? Он как вагончик просто. Это хоть это приделаны к чему-то, а тут вот тут не знаю на чем он там держится. Че встал? Там вот он, наверное, у него потолок деревянный. Потолок-то у него деревянный. А дай-ка только я залезу. В окно посмотрю. Эй, высоко. Поддержи камеру. Залезь-то.
как ее держит. Нет, я сейчас ее увидела. Она снимает, нет, сейчас? Снимает? Снимай, как ты залазишь. Ой-ой-ой. Там хлам какой-то. Сейчас как выпрыгнет оттуда кто-нибудь. На. Аккуратно. Пойдем, вон там еще остался два. Да, короче, внутри там просто хлам какой-то лежит, который девать некуда. Видимо. Тут тоже поручней нету. Как они залазили без поручней? Видать, они внутри. А тут как счеты прям. Ну ладно, там, в принципе, ничего нет такого. Какой-нибудь сейчас зомби апокалипсис выскочит из вагона. Теперь я понимаю, почему охранник спросил, не промокли. По этой дорожке-то мы не шли, а там по той сухо. А я думаю, вроде дождь-то не идет, что мокнет. Цистерны, смотри, какие. Такие круглые прям. Не круглые, даже овальные. Так, так солнечно, да, Жень? Так тепло, солнышко так пригревает. Так по-летнему. Слышь? Жень? Да, лицо у меня что-то загорает. Слушай, а там тоже есть. Там сиденье деревянное, прикинь. Скидайся. Еще одна есть. А, да, такие я помню. А и в той электричке тоже деревянная. Видно вам, не видно, не знаю. Видно что-то чуть-чуть. Вон они. Слушай, вообще деревянный, класс. И такие они, это, сохранились хорошо. Надеюсь, она сейчас не оторвется. Ой, еще за шиворот там капает. Такие они прям явно такие классные, деревянные. Жалко, что туда не пускают. Зайти бы туда. Ай? Там какие, посмотри. Ну все лазят здесь. Я, ну, да. Че там? Ну, вот музей. А, музей? А, ну который музей. Там фотографии. Ну тут, наверное, фотографии каких-нибудь заслуженных работ. Надо было это. Штатив надо было взять. Хотя не видно, наверное, было бы. Тут я сейчас залезу. А там вообще ничего не видно. Еще капает, блин. А! Не, на камеру там капнуло. Сейчас куда-нибудь попадет, но туда капнет. Деревянная такая конструкция. Как она ездила? Ну тут смотри, еще вот хорошо проделано. Прям такими
металлическими, как их, держателями, что ли. Она еще не будет съезжать. Все-таки там же по кочкам. А вот тут уже не посмотришь, что внутри. Танк. Ну, танки мы уж видели. Каждый год на 9 мая видим эти танки, да? Уже нет такого ажиотажа. Типа, танк! Я помню, когда первый раз Женька пошла на 9 мая, до этого не ходила никогда с родителями. И одна. Помнишь? Мы вышли с тобой, пошли первый раз. 9 мая ты попала на праздник, на набережную. Вот это был ажиотаж. Танк, смотри, танк! Женька, Женька, танк! А муж привычно все это, а я как-то дом постоянно сидела, не ходила никуда. Нигде не была, мира не видела. Нам еще книжку чуть-чуть на озеро ходить. Что, пойдем? Классно походили. Я, по-моему, даже ногу намочила. Ну что ты мне перегораживаешь, хлоп? Ноги не намочил? Немножко я тоже. Немножко. Какой паровозик? Вот такая у нас прогулка. Затянется намного, надолго. Ой, слушай, а вот это я не видела. Дрезина. Что это? Дрезина. Дрезина? Да. Резина. А, ну тут дрезина. Ну да. Садишься, наверное, там сверху. И едешь. А, и палочка, что ли, вот этой вот туда-сюда, это, да? Да, это... Дрин-дрин-дрин-дрин-дрин-дрин. А потом моторе. Спишь вот так вот молоточек, это рукой. Да, есть такая ручная, жужжина. Нет, там одна только рука. А с той стороны тоже что-то? Да, школа. Да, у меня ноги намокли. Это, наверное, снег у меня там растаял. А, вот я что хотела еще сфоткаться. Рельсы. Ты рельсы фоткал? Интересно. А потом увеличишь, интересно смотри. Посмотреть. Хороший музей. Хотя они, честно говоря, ничем не отличаются друг от дружки особо. Да, школа. Дашкова. Дашкова, Дашкова, Дашково. Что там?